Много в Центральном Черноземье славных чудотворных икон Пресвятой Богородицы, приходя к которым сердце всякого православного христианина воспаряет в небеса, прося утешения у Царицы Неба и Земли. Это и Ахтырская, и Песчанская, и Пряжевская, и Казанская иконы Богородицы. На Курской же земле самая известная и почитаемая из чудотворных икон – икона Пресвятой Богородицы, знамение Курская коренная. В 13 столетии, во времена татарского погрома, когда почти вся Русь лежала в развалинах, Курский край также не избежал участи других русских городов и весей. Весь он пришел в полное запустение, и главный город Курск, разоренный полчищами Батыя, превратился в дикое, пустынное место, заросшее дремучим лесом и заселенное дикими зверями. Жители уцелевшего от погрома города Рыльска часто ходили сюда на охоту для ловли зверей. Славную историю обретения иконы говорит повесть о явлении чудотворной иконы Пречистой Богородицы, честного и славного ее знамения, еже нарицается Курская и о зачале града Курска. Много веков прошло с той поры, когда Пресвятая Богородица через свой честной образ явила знамение своей любви к людям. Тысячи судеб человеческих так или иначе связаны с этой святыней. Тысячи глаз взирают с мольбой и благодарностью на древнюю реликвию русского народа, как связь между земным и небесным, как помощь во всех житейских делах для богатого и бедного, для старца и юноши, монаха и мирянина. Если говорить о монашествующих, то они особенно относятся к честному и чудотворному образу Богородицы, ведь она оказалась связана с житием великого русского чудотворца, преподобного Серафима Саровского. В юном возрасте он страдал от тяжкого недуга, а Пресвятая Богородица в тонком сне пообещала исцелить его. В это время проходил ежегодный крестный ход с иконой знамения Курской коренной. От дождя богомольцы укрылись в доме будущего подвижника, который, прикоснувшись к иконе, исцелился. С тех пор молитвенное прославление Царицы Небесной стало для преподобного постоянным. По традиции, в торжественном шествии провожают святыню сестры двух женских обителей епархии – Курской, Свято-Троицкой и Большегневужского монастыря во имя Казанской иконы Божией Матери. Крестный ход для сестер – это сугубая покаянная соборная молитва, так как весь путь матушки идут с Иисусовой молитвой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице ради, помилуй меня грешную». Это праздник для всей Курской области и, прежде всего, конечно, для монахов. Сестры просят, самое главное, чтобы Пресвятая Богородица была ходатайца перед Сыном Своим Господом нашим Иисусом Христом. И ходатайствовала о том, чтобы Господь помиловал нас и спас. Крестный ход – это еще и живая встреча и молитвенное общение с Пресвятой Богородицей. Прогресс не стоит на месте, и люди живут лучше, чем 100-200 лет назад. Только с уменьшением болезней телесных не уменьшилась болезней духовных, и народ православный все так же чает встречи с источником благодати, Матерью Врача Небесного. Возрождение славной традиции многолюдного крестного хода от Курского Знаменского монастыря до Коренной пустыни состоялось в 2001 году, когда усилиями многих людей по благословению схи митрополита Курского и Рыльского ювеналия была возрождена Коренская ярмарка. Первым делом в Курске по благословению архипастыря был создан региональный общественный фонд православных традиций социально-экономического и культурного возрождения «Коренная пустынь». После получения разрешения на работу ярмарки от центральных органов власти схимитрополит Курский и Рыльский ювеналий и губернатор Курской области Александр Михайлов обменялись письмами в поддержку инициативы, которые по праву можно считать историческими. Почтить Пресвятую Богородицу прибыли паломники из разных регионов России и ближнего зарубежья. Больше всего людей, конечно, из соседних областей. Даже в первые годы крестный ход был очень многочисленным. Сумчане помнят те времена, когда православные, желая потрудиться, весь путь проделывали пешком. Целый год мы только и ждем эту поездку.
чтобы приехать и пройти крестным ходом с Богородицей, помолиться. Первые, когда мы вначале ездили, то Курская коренная была разрушена. Было еще там, не было собора этого главного, не было купальни. И я еще помню, когда владыка Миналий, когда он еще ходил вместе, начиналось, еще обходили вокруг храм, который Знаменский, который в Курске, обходили еще вокруг крестным ходом и потом шли. Дорога была такая не асфальтирована, еще такая, ну, полугрунтовая. Люди выносили тогда всю еду, там, питье на дорогу. Было очень, ну, было очень трудно, и был дождь, и там и всякий ветер. Но сейчас за эти годы преобразилось, и мы очень рады, что нас встречают здесь как своих родных, и что владыка Герман, он всегда очень, ну, как бы, доброжелательно относится к нам, и вообще мы рады в свою семью возвращаться. Так что мы благодарим вас за теплый прием, рады, что Богородица нас разрешает нам и принимает нас на крестном ходе, и мы будем дальше молиться, и благодаря нашему настоятелю, отцу Анатолию, конечно, я думаю, мы, может, и два раза в год будем приезжать. Белгородская группа паломников традиционно участвует в крестном ходе с Курской коренной. Кто-то говорил, что как бы не треть паломников – это белгородцы. Я здесь видел уже Губкин, Старый Оскол. Здесь белгородский паломнический центр, два больших автобуса. Белгородцы здесь кругом. Мы здесь чувствуем единство всей нашей исторической и белгородской губернии, в которую когда-то входила Курская, и Курская губерния, в которую входила до революции Белгородская. Ура! Христос воскресе! Крестный ход приближается к стенам святой обители Коренная пустынь. В течение нескольких дней люди будут пребывать в большом количестве, чтобы прикоснуться к святыне, подумать в намоленных стенах, поторговать и повеселиться на ярмарке. Здесь проводятся важные встречи, заключаются ценные договоры, укрепляющие экономику нашей державы. Коренская ярмарка – это не просто торжище, но хранилище исконно русских традиций, обрядов, ремесел. Последние годы крестный ход и ярмарка проходят по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа. В эти дни православные не забывают и о ближнем своем. Жертвуйте на дела милосердия. Молодежный отдел епархии провел благотворительную акцию «Белый цветок» – сбор средств для помощи нуждающимся. Православные школы и мастерские получили возможность показать свою продукцию. Как говорится, жаждущий не пойдет к пустому колодцу. Столетиями люди приходили и будут приходить к Царице Небесной за помощью. Будем надеяться, что в своем уповании мы и сами будем становиться немножечко лучше.